Прежде чем звонить в службу технической поддержки, необходимо уточнить номер вашего лицевого счета, фамилию, имя, отчество, на кого оформлен договор, либо название организации, если это юридическое лицо, и адрес подключения. При обращении в техническую поддержку регистрируется индивидуальная заявка, которая имеет индивидуальный уникальный номер. Для оперативной работы с заявками при ваших последующих обращениях в службу технической поддержки необходимо поинтересоваться у специалиста, какой номер имеет ваша заявка. Служба технической поддержки Интеркомтел работает круглосуточно и без выходных. Телефон 93 93 99.